Почему болит очко? Я об этом не знаю. У меня так часто оно болит. Я не понимаю, почему оно болит. Я не знаю, у меня так сильно болит мое очко. Попа, 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 не надо, не болей. Есть вот такая пенная, пенная праздничная, вот такая, смотри. Это тоже вон они скинули, да. Спасибо, спасибо. Вот такая, сука. О, да. Да. Видишь, жох. Вот такая, блин. Вот такая праздничная, блин. Вот такая, блин. Да. Вот такая еще есть фотка у меня, смотри. Вот такая, блин. Вот такая еще есть. Хочешь? Вот такую могу поставить, смотри. А? Не слышу. Вот такая, блин. Вот такая есть у меня. Красивая. Да. Еще у меня, знаешь, какая есть, блин. Хочешь, покажу, блин. Сейчас еще покажу. Смотри. У меня еще такая есть фотка. Вот такая есть, смотри. Вот такая. Это тоже все праздничное. 8 марта делали. Это все 8 мартовые фотки. Вот такая, смотри. Хочешь, вот такую могу еще поставить в интернете? Вот такая, смотри. Смотри, да. Спасибо. Привет. Здорово. Привет. Всем привет. Дед, когда в Киев поедешь? Чела. Зачем мне в Киев ехать? Чела. Я в Киеве. Чела. Зачем? Я туда никогда не ездил. Чела. Вот такая, сука. Вот такая, смотри. Вот такая есть, смотри. Вот такая. Вот такая. Ты заблокирован уже, можешь даже ничего не пробовать. Так, ребята, спасибо. Значит, сейчас я вам сейчас покажу свою фотку из личного архива. Вот она, смотри. Да, да, да. Вот эта фотка из моего личного архива. Смотри, хом-видео, хом-фото. Да, да, я. Это я сфоткался после качалки. А, это я после качалочки, да, сука? Не слышу. Это я после качалочки стою такой, типа, в Адидасе. О, боже, ты женщина. 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 Женщина. О, боже, о, женщина. Женщина. О, боже, ты женщина. Ты женщина. О, боже, ты женщина. Женщина. О, боже, о, женщина. Женщина. О, боже, ты женщина. Боже, ты женщина. Женщина. О, боже, о, женщина. Женщина. О, боже, ты женщина. Ах, да, 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 я. Считается. Привет всем, меня зовут Виталик. Я против того, что дед обзывает нас школьниками. Я Виталик, я буду жаловаться, блин. Мне не нравится то, что дед не играет со мной в GTA 5 RP и не катает меня на машине. Я Виталик, блядь, я против деда вот это, блядь. Мне не нравится, я бы задонатил 5 лет назад 150 рублей однокласснику позвонить, блядь. И он, тварь, не позвонил, я буду жаловаться, блядь. Полиции, милиции, все. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням, блядь.
Вот это, сука, Брэдмен с челлендж. Тут, как говорится, и сказать нечего, как говорится, и добавить. С 8 марта все. Да.